Сеялка с посевным материалом весит 8 тонн. Тягать будем вот этим монстром. Сеем по нулю после подсолнечника. Обработки почвы никакой не производилось, сразу посел. Вот видно семена. Посеяли после корчевки. Здесь у нас не самая лучшая подготовка почвы. На 100% подготовить не успели. Тем не менее, как правило, результат должен быть неплохим.